Значит так, друзья мои, пока я разбирался с добытым мной козлом, я чуть не наступил вот на такое чудо. Сейчас я иду по протоптанной мной тропиночке, вон ее видно, чтобы показать вам ее. О, видно, видите? Вот. Здравствуй, малыш. Значит так, это у нас кошеленок. Сейчас во многих газетах, особенно в районке этим грешат. Вот спасли кошеленка, которого бросила мама. Вот, которые чуть не загрызли собаки. Мамы никого не бросают. Вот. Они так устроены, косули. Они малыша оставляют на несколько дней. И пока он еще слабый, они, значит, находятся рядом, но не подходят. Я его трогать не буду. Спасать я его тоже не буду. Вот. Оставим это нашим слезливым журналистам. Вот, из районок. Значит так, вот в случае такой находки не надо его трогать, не надо его никуда переносить, если только он не лежит на поле, которое собираются косить. Вот немцы тогда их переносят, специально ищут их с собаками, хотя запаха у них никакого, говорят, нет. Ну, тем не менее, собаке проще найти такое, чем человеку. Вот натурально чуть не наступил на малыша. Вот для того, чтобы показать вам его размеры, с чем бы сравнить. У меня руки не очень чистые. Прям, скажем, они в кровище, вот тогда вот со спреем. Вот я рядышком поспрей. Вот, вот. Вот он такого вот размера, малыш. Все, теперь я его прикрываю травкой. Сейчас еще егерь приедет ко мне, будет закрывать мою добычу. Вот, я его вот так вот прикрою. Тут еще лось только что прошел мимо, кто же мог наступить. В общем, малыш в опасности, но он будет в большей опасности, если его забрать. Вот такие дела. Все, давай, оставайся.